Тем временем «Алроса» получила многообещающие результаты от работ на алмазных месторождениях в Зимбабве. Об этом сообщила местная газета «Геральд». Председатель совета директоров госкомпании Зимбабве Веллингтон Пасипамир отметил, есть очень интересные открытия алмазов, которые имеют высокую цену на рынке. В рамках партнерства с иностранной компанией «Алроса» настроена добывать до 10 миллионов карат в год. Министр добывающей промышленности Зимбабве подчеркнул, проекты с участием алмазной компании – ключевые элементы стратегии страны по привлечению иностранных инвестиций. В последние годы добыча алмазов в Зимбабве значительно сократилась в связи с ослаблением мировых цен на драгоценные камни. Мне.